Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить закуску из кабачков. Берем кабачки, режем и обжариваем на сковороде. Затем берем чеснок и выдавливаем его в тарелку. Затем берем сырок и натираем на терке. После этого добавляем к нашему чесноку. Затем берем майонез, добавляем в нашу тарелку. Все перемешиваем, делаем, немножко подсолим, делаем единой консистенции. Делаем крем для наших кабачков. Кабачки пожарились, теперь сверху укладываем наш крем. А дальше уже от фантазии. Можно добавить помидорки, можно укроп, можно огурчики. Всем приятного аппетита!